едем на этот, куда? Здравствуйте всем, привет всем! С вами снова я, ваш замечательный друг Кузька и подкусник. Или как тебя зовут? Арсений. Короче, пацаны, мы едем на стремительных формах, которые нам предоставила компания ООО «Ебанутые» и завначальник этой компании ЗЗЗшка. Собственно, там он байки, палатки, шмалатки, всякая херня. Едем мы на эндуро-фестиваль Dirty Days, который проводится третий раз. В 2018 году он не проводился. Так что мы выехали. Блин, ну поздно, через полчаса официальный заезд в лагерь, а мы только едем. Нам ехать 90 километров, но нам нужно еще заехать. Куда? За бензином до мотоцикла. За бензином для мотоцикла. И это мы сделаем прямо сейчас. А да, также нам нужно заехать за мясом, за пивом и едой, короче, в два магазина еще по дороге. Но почти больше половины нашего пути составляет по кольцевой дороге, поэтому как бы мы спокойненько едем, заезжаем. А вы знаете, какую нам замечательную Сашка отдал машину? Потому что тут есть и напиток, и там еще под креслом напитки. Окей, давай, напиток. Все, я пошел заправляться. Давай. Soul was robed till I found the place where I belong. Ooh yeah, I'm in your dreams, a satellite. Yeah. В общем, купили мы здесь пятерку. Угли. Но. Вот. Заехали, а тут канал нам выходит. А здесь проезда нету. Блять, я не знаю, как туда ехать. По лесу никак. Сейчас будем смотреть. Ладно, пап, я пошел, глубокая она или нет. Там карьера у нас. Ну, как-то с другой, значит, стороны можно заехать. В общем, короче, блин, это очень все плохо пока. Пошли смотреть. Да чё, куда? Куда? Как, конечно, глубокая, как-то не проезд. Что там смотреть? Короче, ребят, нашли мы проезд, вон. Дальше метров 600. Вон, ребята только что трактором закопали все, короче. Я сейчас, блядь, буду делать. Ну я ж профессионал, ёпта. Не может такого быть, чтобы папа, блин, не проехал у тебя. Папа на этом автобусе столько лет отработал. Ребята. Все? Ну все, все едут. О, девочка, видел? Ага. Ну что, короче, все, пацаны, приехали мы. Я прохватил бы. Народ шлынды, ты прохватил бы? А кто будет палатку раскладывать? Папа будет? Но я так и не купил жидкость. Ай, мотоцикл, держитесь. Так, мы там, что там у нас за машина впереди? Блядь, ну как-то проезжает, а с прицепами? О, над с дедовским бы прицеп... Не, ну с дедовским бы на дедовской машине мы бы там, конечно, проехали бы. Два моста включили, но... Сам факт. Видите, все как напортили эти товарищи. Ага, подъеду, порубли, ну-ка, деревья. Эти тут военный полигон рядом или что-то типа того. И, короче, они тут возмущены были всем делом. Они теперь стоят. Все у озера, что ли, тусуются? Ну, Беларусь. Ну, вот еще люди. Да. Не, вон там еще что-то. По-моему, нам вот сюда. Вот здесь, да, купалище есть. А что это вот за зона?
А? А что там обограждено? Что там написано? Пацаны молодые. Сейчас мы проедем, прокатимся. Пап, так это квадрик, да? Мы вот тогда здесь вставали в прошлом году. А давай там уж и станем. Пошли там станем все. Ребят, здорово! Вы здесь будете это самое? Да. Много вас, не? Двое. А, то есть мы можем присоединиться? Ну я понял, а мы просто тогда в прошлый раз здесь были. Бля, как? Это вот она? Да, это уже стадион получается. Это, блин, а раньше такого не было. Ладно, ну где-нибудь тогда мы тут брыкнемся. Могу квадрик убрать. А, не-не-не-не-не, не надо. Ну чё, все, пригнали? Ну давай, растем. Так, это закрывай. Чё расстёгивайся? Выходить буду. Так, эту штуку мы отключаем. Чтоб не забрали. Так, телефон. Говорим бабушке, что мы доехали. Смотрим, что он. О, у нас 4G. Ладно, я пошел. Куда ты пошел? Багажник. Здесь, а мы тогда вот там где-то были. А вот там. Да. Вон, смотри, утки плывут твои. Вон, трасса, да, вон, видишь, он здесь. И туда вот. Слушай, ну тут так круто. Вон там, вон там, что ли, проезжать туда, и вон по бревнам, смотри, вот круговая такая сделана. Ну, здесь будем завтра снимать. Мы-то страховку не делали. Ничего, теперь надо страховку тут делать. Мне сегодня с Реса звонили, я на сайте зарегился. Ну что, пацаны, мы снова здесь. Блять, а мы тогда вот там стояли, по-моему, чуть подальше. Трасса здесь. Папа, там рыба есть. Где палатку кинем? Пошли. Там рыба есть. Ну, я думаю, что есть. Вот там вот надо. Вот там вот такой пирс. Вон, видишь, он туда идет. Вот туда надо заходить. Там можно половить. Ну что, как? Все кайф. Все кайф? Mm-hmm. Палатку кто будет делать? Ну, давай быстренько раскинем, надуем. И может прохватим. А мы-то куда с тобой свои жопы пристелим? Подожди. Какого-то динозаврика уже. Ну-ка. Что? Ну, за приезд. Ага. Давай за приезд. Пап, да, вставай мне? Куда заряжаешь? Так, ну давай же вставай мне вельчик. Пап, вельчик давай. Сюда. Зачем тебе вельчик? Оружие. Так, иди сюда, значит, смотри. Угу. Здесь вот эта вот дорога, все ездят. Угу. Башкой постоянно крутишь. И ходить тоже на мотоциклах, иначе собьют и все. И на моте. А вот сам карьер, он вот там дальше, вот туда он ездит. Вон туда он. Видишь? А куда они? Катается, видишь, он и порыл, смотри, он то. Хотел на ДБ. На ДБ? Ногами. Ногами куда? Ногами сюда давай. Ну, давай сюда. Так, палки-то все равно надо убирать. Ну-ка, подожди, надо так, чтобы голова была выше. Давай, тащи матрас. Этот-то там кинь, там колышки, мы ее даже не будем, наверное, на колышке. Нам в ломах с тобой. О, все, мчаться. Все, все мчаться, ребят, все мчаться. Ага. А, безобразничает уже, безобразничает. Ой, не катаешь, а мы нет. Потому что мы с тобой делаем палатку, и надо делать шашлык. А когда сделаем? Когда сделаем, тогда посмотрим. Не, работай. А как ты думал? Быстро все накачается? Сын работает, я отдыхаю. Пап, да конечно, отсюда воздух. Минус 11. Минус 1. Еще 11 на сегодня осталось. И 12 на завтра. Ящик на 2 дня надо растянуть. А, качаем, хорошо. Он хорошо качает. Давай. Я вообще...
Лень, матушка ее. Смотри, уже надулся. Давай я, иди сапоги резиновые. Знаешь, где они у тебя валяются? Одевай. Сейчас ноги все закусают. Комары ядерные, блин. Я думал, нету, холодно. Ну как холодно, сегодня 21. Папа, почему ты мне не даешь покачать? И вообще ты мне сказал, нет. Что, ты сказал, что у тебя ноги устали? Ну, уже. Ну, я сейчас отдохну. Ты вон так, видишь, уже он расправился. Я? Да. Сын у меня говорит, вот, говорит, видишь, у Алексея и Ильи уже костерок, а мы как долбоклюи, блядь, без костерка. Потому что кто-то у меня хочет просто сегодня кого-то в жопе шило, вон как у этих ребят сидит. Кто-то хочет кататься просто, блядь. Вытащил, короче, я тоже свой мод. Как его тут, блядь, одного отпущу, ёпта. А? Угу. Ну все, о, все, приехали. Alice good. Да нет, есть все. Прогретый он. О, все. О, все. Ты своего заводи. Ой, ёпта, какие люди, блядь! Привет. Ни хрена, здорово! А ты фонарисили, блядь? Вон у меня, да! А у меня денег нету, я бедный! Да я тоже нищий, блядь! Да я видел, блядь! Бету за 600 косарей купить, нахуй, нищий! Я продал, уже две продал, я магазин сейчас всё... Это вот это твое то, что в видосах я видел? Ну, да, дашь катнуться завтра чуть-чуть? А? Дашь катнуться завтра посмотреть? Да, хорошо! Я знаешь, что хотел? Я хотел рейсер сейчас за 135 кэсов, SX2, блядь, который продается. Блядь, он... Говно. 300-ка мотор, 100... Он 300 мотор, но он шняк. Но он легкий, легкий. Не бери, вот этот круче. Вот поверь мне на слово. Там мотор, тяжелый. Там мотор даже не 107-й. А там 174-й. Это, блядь, уродский мотор. У него он не 174-й, 170-й. Вот правильно. Низ идет 170-й мотор. Низ идет уродский, без балансира, без ничего. А верх идет 177-й. Урод вообще... Короче, я не знаю, я посмотрел. Он, блин, он такой, знаешь, он сбитый такой, хороший как бы. И он легкий, блядь. Не бери, он тупой. Ну, посмотрим. Он вообще никакой. Это сколько у тебя уже ездит-то, ё-моё? 5-й год. Ну вот. А то ты года не отъездишь, я тебе уверяю. Я вот только сегодня заднюю подвеску оперю. Ничего, вообще проблем вообще никаких, ну, нет. За 5 это лет. Только у тебя он сыпался, потому что мы, блядь, сразу все с брательником перебрали. Сделали, да, а он не приехал. Он не приехал, он что-то не захотел, я хуй знаю. Я с сыном, вот, смотри у меня, блядь. Да, вон второй мотоцикл у него. Ты где там, Евген? Ну я там, дальше. На озере, что ли? Да. Ну если что, заедем давай. Потом. Давай. Поехали.
Дорогие мои. Харе завязывать жрать. На, держи. Там только кнопки лишние нажимай. Если что, ткнул. Угу. Давай, меня снимай, ёпты. Да я тебя короче, снимаю. Нет, ты меня, чтобы полностью видно было, чтобы KUSBKA было полностью видно. Так, господа, в общем, сейчас вот этим швейцарским грызлом не надо проявлять, сиди ты нормально, ты вместо штатива у меня. Будем сейчас резать шашлык. У нас вот это есть. Кстати, помидорчики, огурчики, это домашние. Спасибо бабушке. Так, ребят, у нас есть, что у нас там есть? Это батон по акции, это чипсы. Так, это Сенина чикапаи, всякие тут пельмешки, фигешки. Во, у нас есть 3 килограмма мяса. Вот такой вот шмат. Ой, Сень, не зачем ты так делаешь? Короче, мужики, чтобы уже было видно. Дело в том, что мы не взяли. А зачем ты перди? Сень, ну это отвратительно. Что мы не взяли доску. Ребят, вот есть доска, на которой стояла подножка мотоцикла нашего. Но масло же не испортит моторный. В общем, вот есть у нас такая штука. Сейчас папа будет резать и скидывать вот сюда. Так, мы это куда-нибудь сюда положим. В этот тазик. Да. Там ты норм... Я тебе голову оторву, если ты там все плохо снимаешь. Понял? А сколько у нас времени-то там? О! Ля! Какая! Посмотри! Блин, сейчас вот этим грызлом резать. Не, ну мы как бы, ребят... Пап, нет, она хорошо режет, да? Да, мы как бы, ребята, простые. Не, он хорошо режет. Это типа швейцарский нож, там, типа того. Но дело в том, что мы же не ищем легких путей, как обычно. В прошлом году мы как ели шашлыки с песком, помнишь? А почему? А потому что мы приехали, не взяли с собой доску, нашли какую-то тоже фанерину, и я ее вроде промыл, ну, на Шепелево ездили, а там оказалось все с песком. Вот, так что как-то так. Взяли специально жирком, ребят, самая дешевая по акции, свинина, что это было, там сейчас не найду. Это что там, свинина... Свинина, окорок, без чу. Короче, ну взял жирком, не стал я этот карбонат брать, блин, он все-таки суховат. Вот жирком, сына у меня жирок любит, да? Очень люблю. Я тоже люблю. Но мы как бы просто вот реально выживаем. Нашли здесь мангал, у нас есть, надо его почистить, но сегодня, я думаю, шашлыки не будем делать. Вот завтра встанем. А почему мы не будем? Ну, хотя бы надо пару часов замариноваться, ну, значит, можем, будем, я не знаю, что, ты как насчет защемить? Пап, а мы заодно, может, почему нет? Сеня, камеру, камерамен, look at me, I said look at me. Пап, да. Почему музона нету? Какой, нам музон включить? Нет, ну там, на улице. Ты слышишь, играет. Ай, зараза, взлетела мошка. Сейчас будет вот, каждого обрезаем и готовым. Раствором что-то. У меня башка уже не соображает. Я ночью с работы приехал. Я уснул под утро. Я, наверное, поспал часа 4. Ладно, проехали. Папа, у тебя 1% на камере. Все, нажимай вверх кнопку и пусть рубится. Да не, я пока. Не-не-не, нажимай, может быть, не сработает. Потом уже за ним нажимай и большую. Так, снизу прекратилась красненькая. Нет. Господа. А, то у меня руки. Костровок, жарим мясо, 30-минутный маринад. Хорош. Господи, он мне все видео запорит. Собака ты такая. Есть там, кстати, прикольный с брусничной какой-то фигней, очень классный. И есть BBQ, но BBQ гадость отвратительная. Его даже вот так вот можно попробовать. Ну, так вот берешь. Что, ты там землю снимаешь или что? Я тебя сниму. Там и сой, и все штуки есть. А можешь попробовать, пап? Это на 2 килограмма мяса. Ну, короче, оно на 3. Ну, смотри, там перец есть. На. Меня снимай, что ты куда, ёб твою мать! Бога душу. Сеня,
Ты будешь у меня так дальше тупить? Короче, ребят, все, я не могу с ним. Он, наверное, устал уже, да, сына? Спать хочешь? Я сейчас так на заводную эту... Здесь ляжь. Иди вон в палатку спи. Ложись. Пошел, разделся, два спальника запихнул. Да не хочется. Да я вижу. В машине. Ты сегодня еще тем более. Так, наше грызло швейцарское закрываем. Кстати, у меня таких два грызла швейцарских. Один дома, один в машине. Прикольные ножики. Я вот таким вот открываю консервы. Сколько лет уже. И лезвие до сих пор не затупилось. Офигенная вещь. Давай. Теперь, короче, руками. Ну, вроде мясом они уже пахнут. Все, что нужно было на мясе. Но здесь, потому что я сегодня с утра собирал мотоцикл. Здесь немножко маслица там есть, бензинчика. Но это нормально, это как бы мотоциклетная тема. Поэтому сейчас мы его так вот пережаркиваем. Время. Ну, типа, говорит, срабатывание 30 минут. Но вы сами понимаете, что это, конечно, полная лажа. Вот. Надо побольше. А, чем бы нам его сверху прижать? Ну, я его обычно где-то помешиваю. Хожу через минут 40. Можно, что мы резали, пап? Нам бы его, знаешь, чего, все-таки выставить на улицу. Да, на 3 килограмма. И мы взяли 3 килограмма как раз у нас. Чтоб дикие звери его сожрали. Да тут вот дикие звери только на двух колесах, либо на 4 есть. Вот, диких зверей больше нет. Там просто ребята уже шашлык жарят. Сень, сапог будешь снимать? Сапог будешь снимать, алло! Я снимаю таз, а не твой. Не сапог. Да как же диспозиция кадров? Шмицеляция на лицо папы. Сея. Здравствуйте. Так, ребята, у нас ночное включение. Сына заставил меня сделать костер. А, он хочет печеньки Орео. Возьмем чипсики. Возьмем пивка и... Сына! Тебе что там принести? Лимонад? Где лимонад у него? Хрен он куда? Ничего. А, вон лимонад. Опа! У нас, короче, склад на ядра здесь. В автомобиле. Стремительных форм. Ой, камера садится, собака. Так, ну уже начало светать. Я думаю, все смогут ощутить тот кайф, который я сейчас чувствую. Все спят. Тишина. Только костер. Господи, это обалденный вид. Просто